Не купили BMW X3 – ошибка. Не купили дизельный BMW X3 в M-пакете – фатальная ошибка. Цвет черный карбон. Легкосплавные колесные диски 20-го диаметра с синими тормозными суппортами, входящими в M-пакет. Легендарный баварский 3-литровый дизель мощностью 249 лошадиных сил. Тонировка задних дверей, черные рейлинги, черные молдинги, черная радиаторная решетка, входящая в пакет Shadow Line. Редкость на российских просторах – дизельный автомобиль без заливной горловины жидкости AdBlue. Клиренс 204 мм. Ниша под полом багажника дополнена универсальным креплением. Камера заднего вида, запатентованная система полного привода X-Drive и двухпоточная выхлопная система. Матовый декоративный элемент, навигационная система с большим дисплеем, беспроводная зарядка и спортивные кресла, входящие в M-пакет. Черный потолок, подсветка салона и климат-контроль для пассажиров – вот неполный список опций данного автомобиля. Проекция на лобовое стекло, музыкальная система Harman Kardon и спортивный руль, входящий в M-пакет. Понравился данный автомобиль? Контакты в шапке профиля. Хейтеры, люблю вас!